Как сказал однажды известный итальянский модельер Джанни Версачи, мой закон не спорит с ветром, он знает, куда дует. Мы же, стилисты, должны лишь точно определить его направление. Юные дизайнеры театра мод дебют вот уже более десятка лет создают новые коллекции, задавая ритм высокой моде. Представляют коллекции участницы студии школы моделей. Для Ксении Сметанниковой подиум просто хобби. Занимаюсь я совсем недавно, месяца 2-3, так как поступила только в этом году в колледж на первый курс. Профессиональную карьеру я на этом явно не поставлю, возраст уже не тот. К тому же я направила себя в нужное русло. Я художник, но никак не модель. Сегодня участницы студии представили коллекцию «Соколиная охота». Идеей к созданию костюмов послужили полотна великих русских художников, где изображались сцены царской охоты. Высокие сапоги, брюки свободного кроя, ремни – костюмам присущи лаконичность и строгость. Но есть и более женственные модели – изящные струящиеся платья из легкой ткани. Каждый костюм обязательно сопровождает аксессуар из меха или перьев. С этой коллекцией театр мод дебют занял первое место в рамках 6-го Всероссийского фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир искусств». Несмотря на скромное название коллектива, это далеко не первая и не последняя победа. Сейчас у нас отшивается мужская коллекция в стиле готика, и в моих планах, в планах колледжа, поставить постановку на эту коллекцию и поучаствовать в таких конкурсах, как, опять-таки, ежегодный конкурс «Евро-Уфа-Азия-2014», «Сочи-2014», ну и пока вот все.